Может ли человек чувствовать предназначение? А скажите, Бог рождает, вот допустим, я отец, и у меня есть ребенок. Скажите, когда моя жена забеременела, я хотел, чтобы у моих детей было предназначение или нет? Давайте я отвечу. Мое предназначение, их предназначение только в том, чтобы они родились и жили счастливыми. А скажите, мне как отцу важно, кем они будут? Все равно. А если у человека предназначение, не морочьте себе голову. Живите своей жизнью, в жизни есть предназначение, радуйтесь жизни, живите настоящим моментом. Поймите, жизнь самая большая драгоценность, и прожить жизнь в радости, это и есть предназначение. А там предназначение служить людям, какое предназначение служить? Предназначение жить, вот важное предназначение, живите и радуйтесь. Ученица третьей обновленной ступени, подскажите, мою квартиру вселяют посуду чужого человека, для нашей семьи катастрофа, стараюсь сделать практики, что сделать, чтобы не допустить? Ничего не сделать, пусть вселяется, он жить все равно с вами не сможет. Сжигайте его на свече из первой ступени, представляйте его в зеркале, что с вами? Магия все решает, разве вы не умеете это делать, или вы только третью пошли без первой? Добрый вечер всем и с праздником, дорогая семья. Уважаемый учитель, спасибо за огромное, что помогли мне реализоваться. Я хотела спросить, можно ли мне на крема и мыло читать мантры или коды, которые лечат кожные заболевания? Конечно, я всегда за это. Конечно, это ваша энергия, ваша сила, используйте ее, пожалуйста. Как избавиться эзотерически от мигрени? Очень такой есть необычный способ. Необходимо взять решето металлическое, дуршлаг, и одеть на голову и сидеть так хотя бы там по 20 или 30 минут. Добрый вечер и с праздником вас, дорогая семья, ответил. Мне 43 года и меня зовут Илья. Так меня назвала моя мама, но мне всегда это имя не нравилось. Сейчас я себе придумала имя и зовут Ильяна. Хотя в паспорте осталось так же Ильи. Может ли сказаться негативно в судьбе? Можно ли так менять имя? Я противник, чтобы имена люди меняли. Я все-таки за то, чтобы имена оставались те, которые дают родители. Может положить за щеку свиную шкурку? Это совет Адуйко из вебинара по здоровью. Да, да, такое говорил. Это не на 100% подтверждается. Подскажите, пожалуйста, если мы живем рядом со старым кладбищем, это как-то влияет на нас, не хоронят более 30 лет? Нет, нет, никак не влияет, можете не бояться. Пришлось в условиях карантина собрать у всех у себя в доме и 90 лет бабушку и внука, зятя, уживаемся благодаря вам. Подскажите мантру для памяти. Сломался компьютер, все пропало. Спасибо, ОМСО очень помогает. Пусть у той женщины, у которой зуб болит. Итак, как эзотерически помочь человеку, у которого болит зуб? Необходимо представить, будто зуб болит, как будто чаша гудит. И необходимо, вот я ее сейчас представил, эту женщину, и прикоснулся, и остановил этот звук. При этом представил, будто там, где у нее болит этот зуб, я вижу подкову. Беру подкову у нее и отбрасываю. Омахом хрем, махом хрем, махом хрем, махом хрем, махом хрем, махом хрем. И теперь 20 минут и перестанет ваш зуб болеть. Вот я вам и помог. Что надо сделать, чтобы не попасть под сокращение на работе? Если каждый день на протяжении дня выделять время и 10 минут радоваться чему-либо, ой, какое красивое солнышко, какая красивая тарелочка, какая красивая букашечка, то тогда вас не уволят.